Глаз Кэнон. Хоть посмотрим, что там дают. Эпик Фетус. Ну, понятно. Теперь понятно. Так, и у меня что есть? Локис Хорн, Эпик Фетус и книжка. Все. И одно сердечко. Ну, зачем хорны тогда, я не понимаю. Я могу как-то 4 фетуса, что ли, запустить одновременно? Я бы не сказал, что это сложно будет сделать. Единственное, что здесь сложно, то, что здесь нельзя мышкой управлять фетусом. То есть здесь все вручную. Вручную, только вручную. Ну, зато все издалека. Камни можно рушить, какие хочешь. Открывать можно все, что хочешь. Я не думаю, что это такой уж сложный челлендж. Этот, знаете, челлендж на старт. На везение на старте. Нормально пошел. Получилось взять себе несколько вкусняшек. Все, прошел. Ну, Balls of Steel, например. Просто снесло. О! Сработал. Офигеть. Десант. Там еще подоблажался слегка. Ну ладно. Tears up, tears down. Pretty flight. Ну, на самом деле, отлично вообще старт. Очень, очень хороший старт. Восхитительный старт. Качек. Прайм у нас только что закончился. Ты спрашиваешь, будет ли он. Мы проходим 11-е испытание, напоминаю. У нас это очень хорошо получается. Аркадиссимо. Стандартная аркадка. Куда мы, может, еще и зайдем. Плеч. Что-то я за ухо аж прям. Давайте, давай по челленджам, так мы по ним и идем. Так, кто там не может смотреть, отправляется. Temperance. Так, знаем мы обо вас, запоминаем. Ho 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 ho!
Но это, говорят, изи. Ну, я, в принципе, то же самое говорил, когда начинал. Ну, чтобы открыть этот челлендж, надо пройти 19-й. 19-й челлендж — это очень, на самом деле, тяжеленькая вещь. Энергия. О! И... Слушайте, а что? Бошку я возьму. Или бошку оставить. Даже не знаю, ребята, а вы бы как поступили? Оставили бы бошку или книжку Белиалчика взяли? Не, я думаю, Белиал вообще рулит. Вообще-то Белиал рулит. Так, колода. Пассивка, да? Экстра карт рум. Дэвил. Имперор. Так, имперор мне точно не нужен. Дэвил. Пойдем разберем. Что тут еще осталось? Ключей нету. А в магазине ключей не было. Беда. Ну нет, так нет. Что поделаешь-то? А, что-то я туплю. У меня что-то аркада есть. Пошли в аркаде ключ добудем. Я мух этих убивать буду, я не знаю. Можно, в принципе, обходить их просто. Не буду я больше тратить ничего. Бомблю всех. Не знаю, зачем я бомбы собираю. Честно, как-то у меня... Просто так собирательство повышено. О! Взрывные мысли. Нет. Не возьму. Ай-яй, что происходит? Ребята, я куда-то поехал. Меня цветок сейчас сожрет. Так, кошки проказ дай. Да ладно, там мелочь какую-то получу. Это изи. Да, это изи. Ты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, надо... А, или я так взрываю-то? Ням. Старс.
Moon Lovers Death Hypers. Ух ты! Блин, помада она вообще никуда. Это мне тоже никуда. О, даблшот. Ну ладно, оставлять не будем, заберем. Так, а что, мне еще магазин надо, да, как-то найти? Так, High Price Death, Death Lovers, Death Магазин. А что-то упало на меня. Денежки накидались. Откуда звук был? Магазин найден. Так. Да, одна часть для Гуппи осталась. Я вот думаю, брать карту или свинку. Давайте свинку возьмем, поржем. Блин, заделся. Оказывается, там эпичный какой-то радиус взрыва-то. Я забыл, у меня же теперь вместо пилюль падают всегда карты. Так, ну все, в магазине я был. А, секретки еще. Секретки. Так. Летающая жопа. Не снимут секретки. Так. Так. А, стопсик. Ты, она у меня найдена. Таракан. Так, все, хорош, ладно, погнали с этого уровня уже поизи все.
Звуки, конечно, страшные. Так, там я все взял. Ныряем. Да нафига мне эта карта? Мне интересно, как Эпик Фетус сочетается с Гуппи. Так, здесь его не было. Прикольно. С разворота-то. Грибочек. Библия. Ребят, Библия. Библия, это круто. Сколько карт, а? Так, надо секретки искать. Так, я босса нашел. О, вешалка, блин. О, отлично, последняя часть Гуппи. Я теперь летающий. Ух ты, еще одна часть Гуппи. Офигеть. Как так? Я 4 части Гуппи уже собрал. Ну что, я теперь летать могу и вообще читать. Не сдалось. Что-то мухи не рождаются, ребят. Бесполезной Гуппи оказалось. К сожалению. Пофиг. Хотя, блин, так хочется все пройти. Гриб какой-нибудь мне дропните. Хрен тебе не гриб. Пирамид. О, это хорошо. Тоже неплохо. О, черед. Вообще замечательно. Айпрайстес и черед. Все. Next level.
После жизни стоит вопрос, если кончится сердца, есть шанс не возродиться. Этот вопрос обозначает, что 50 на 50 я могу возродиться, могу нет. Это дает вот эту вот как раз-таки третью часть гуппи, которую собрал. Такой эффект дает. Не хочу. Вообще, по-хорошему, надо идти искать босса и мочить. Нет супер камней. Эх. О, черное сердечко. Все секретки всякие могут быть. Прочее. Пофиг. Давайте ускорять этот процесс. Нет, там нет прилегающих секреток. Зачет. Но там не может быть. Чпок. Жесть, я думаю, сейчас так бесконечно будем. Так, батарейку. Большую батарейку. Блин, зачем? Да. Жалко, что гуппи не работает. Не, ну он как полет мне дал, да. Собственно, ничего больше. Ай! Да куда ты? Лезут меня, атакуют. Ого, халява, сэр. Можно было, конечно, этого не делать. Я чисто сделал ради того, чтобы... Да, вот это вот дело услышать. А вот тут вопрос возникает, а стоит ли? Ну вообще дамаг у меня максимальный. Я успел набрать. Поменять эпикфетус на бримстоун. Ну давайте. Не поменялось? А я думал, этот меняется. А еще пикфетус считается более сильным артом. Ну вот. Зато у меня бримстоун есть. Что я могу сказать?
Знаешь, на самом деле Brimstone был бы здесь полезнее. Что, во-первых, у меня есть Гуппи. То есть Гуппи, там бы просто неимоверное количество мух вылетало бы из меня. Вот, но, к сожалению, видите, Brimstone не переписывает, не перезаписывает Epic Fetus. Поэтому так. Луки пришел сразу, лопнул. Да, у меня мой артефакт теперь может заряжаться несколько раз. Видите, сейчас желтеньким набирается. Это больше одного использования. Проверяю секретки. А, я помню, золотую кучу никак подорвать не мог. Она от обычных бомб не очень страдала. Да, умри. Бред вообще вот это. Как так вот золотая куча не умирает от бомб? О, попал куда-то. Критичное место. А ну нафиг, бабки такие не нужны. Я думаю, бабло упадет. О! Ух ты, Crickets Head, нифига себе. Бам. Ну, это был ваншот. Crickets Head увеличивает дамаг на полтора раза. То есть это очень много. А-а-а! Жрут, пауки гады. Так, кто-то пишет: доброе утро всем. Доброе утро. Вот сбыл? Нет. Сегодня не был. Ой, ёшки. Пофиг. Здесь не может быть. О, наконец-то. Парниш какой-то повесился. Черепка лучше, черепки лучше взрывать, с них падает вкусняха.
Вот я про это вкуснее. Аху! Что-то я не понял. А, там башка оставалась же. Вот оно как оказывается. Ура, супер секрет. Так. Черед high priced. А мне что-нибудь телепортирующее. Ну, кстати, The Moon нормально. Это круто, конечно, они дают выбор. Я бы, может быть, что-нибудь взял, если бы знал, что беру. Так. Что мне нужно вообще? Мне ничего не нужно. Мне нужно, если что, вот этот дьяволенок мелкий, который перерабатывает сердца. Но я там его не угадаю. А может быть, все что угодно. Так, на геймпаде удобнее играть в Айзек, корректнее управлять. Ну, это я понимаю, но у меня нет геймпада. Что мне теперь? Дари мне. Ладно. Ой, и ты откуда здесь взялся, блин? Ух ты. Огороженные дырочки. Так, здесь босса нет. Камушком можно взорвать. Обожаю взорвать камушки. Под камушками вкусняхи обычно бывают. Типа секретной подвальной комнаты. Еще чего. Эх, здесь ничего такого нет. Ура, босс.
Ой, господи. Так, надо сначала, а? Да блин. О, справился с задачей, с поставленной. Ой, жесть. Я этого червяка ни разу не убил еще. Изи. Ха-ха-ха, кто-то пишет. Витя, рис. А, рискуй, наберем потом серых сердец. Я понял. Ты предлагал мне собрать все, что я там видел. Ну да, да. Рискуй. Ой, блин, босс челлендж ради серого сундука. Ради золотого пошел бы, кстати. Ой, ёлки-палки. Чуть я не ожидал там такого скопления. У меня хотя бы слезный дамаг появился. Падла спряталась. Ура! Ну, серые сердечки падают. Отдай. 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 Слушай, мне эта фигня стреляет, мне теперь мухи хоть образовываться начали. Ух ты. Неплохая вещь. Все выплюнули. Так, пока чат молчат. Ой. Что там забыл? Ух ты, смотри. Хермит. Их. Я нашел пристанище финального босса. О, сейчас я ногой как садану туда. Я не видел, где мой крестик находился. Я просто не видел, где мой находился крестик. Чё тут? Ага. Ты какие хитрые. И чё, сатану надо завалить, да? Сейчас меня ещё в Dark Room потом отправит.
Его. Глазастая стреляющая жопа. Как бы странно это ни звучало, но это так. Так, видите, пока я спать, давай счастливо. Счастливо. Так, что-нибудь полезное будет. Тренч. Devil. Priceless. О, Judgment. Как раз в секреточке его проюзаем. О! У меня жизнь появилась. Temperance Devil. Все. Что-то я растерялся как-то. Опять жопа летающая. Круто. О, вилка. Опа. Таким набором карт можно в покер играть, пишут. Это 10-й? Нет, это 11-й. Стеклянная пушка. Всего-то. Ну вот, прошли. The Rules Card. Карта правил. Что это такое? Что я только что открыл?